Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по розничным продажам Англии в 6.00 по GMT. Далее в 12.30 по GMT статистика по розничным продажам Канады. И замыкать торговую сессию будет еще несколько выступлений чиновников Федрезерва, Уильямса и Бостича, где мы попробуем отследить и в заявлениях которых попробуем уловить какие-то намеки и комментарии относительно будущих перспектив американской денежно-кредитной политики. Будем надеяться, что они обладают какой-то дополнительной информацией, которая еще неизвестна нам. Индекс доллара, текущие котировки 103.96. После довольно серьезного обвала, который продолжался еще с прошлой недели, мы обновили локальные минимумы, мартовские минимумы по этому активу, после чего последовала коррекция. Изменилась ли фундаментальная картина? Я точно могу сказать, что нет. И плюс даже за последние две торговые сессии мы получили еще больше доказательств того, что, скорее всего, долгосрочный тренд по доллару останется слабым. И после каких-то коррекционных откатов все равно данный актив будет возвращаться в русло устойчивого нисходящего тренда и стремиться на обновление новых и новых локальных минимумов. По поводу статистики. Вчерашний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Рост числа обращений плюс 243 тысячи обращений за одну неделю. Сильное отличие с тем, что было двумя неделями ранее, когда мы фиксировали вместе со всеми статистиками цифру 223 тысячи. И, соответственно, прирост практически на 10% догоняет этот отчет слабые релизы по Non-Farm Payrolls, которые мы разбирали ранее, и может быть как бы предвестником того, что нас ожидает довольно слабый отчет по состоянию американского рынка труда в целом, в рамках текущего месяца, то есть в августе, когда мы будем анализировать эти данные, я думаю, что мы вряд ли найдем какой-то оптимизм в данном секторе. Еще один блок данных по рынку недвижимости в США. Так вот, количество выданных разрешений на строительство выросло на 3-4%, начатых строительств на 3%. И здесь тоже вроде бы как позитивный момент роста рынка недвижимости, и это должно было бы оказать с точки зрения экономической теории поддержку доллару. Но я считаю, что прогресс на рынке труда мы можем несколько иначе трактовать. То есть, если сейчас увеличивается количество выданных разрешений на строительство, то это означает, что и застройщики, и домохозяйства готовятся к снижению ключевой процентной ставки, поскольку понимают, что чем ниже будут ключевые процентные ставки, тем дешевле станут ипотечные кредиты и в целом кредитные продукты. Это повысит спрос на недвижимость. Поэтому этот блок данных я тоже трактую как еще одно доказательство того, что американский регулятор очень скоро начнет снижать ключевую процентную ставку, и мы в этом не сомневаемся, даже делая отсылку на инструмент FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в сентябре стремится сейчас к 100%. Коснемся политической темы. Я думаю, что нельзя обойти стороной заявление Трампа о том, что американской экономике США не нужен дорогой доллар, потому что он подрывает конкурентоспособность национальных производителей и не позволяет им достойно смотреться на мировой арене. Ну, что-то в это есть. Мы знаем, конечно же, определенные политические тезисы Трампа, но лично мне трудно представить, каким образом он будет соотносить подобное заявление с той политикой протекционистской торговой войны, которую планирует развязать с Китаем. Ну, я думаю, что ему, конечно же, виднее, и он знает, как и что нужно в такой ситуации делать. Пока что риторика Трампа, на мой взгляд, тоже поддерживающий фактор для того, чтобы шортить американскую валюту в соответствии с нашим прогнозом, и добавляем все то, что я сказал по макроэкономическим релизам, риторику Пауэлла и перспективу возможного снижения ключевой процентной ставки даже в рамках этого месяца, получается, что можно и дальше метить на уровень 103 пункта по данному активу. Золото 1428 долларов за тройскую унцию. Ранее мы отмечали то, что золото растет, потому что снижается доходность американских облигаций, снижается курс доллара. Соответственно, коррекционная динамика доллара привела к откату доходности трежерис и чуть-чуть восстановилось, соответственно, доверие у инвесторов к идее именно продаж рынка драгоценных металлов. Но я считаю что золото все еще сохраняет потенциал роста и, по крайней мере, в рамках текущей торговой сессии можно еще поработать с длинными позициями.
позициями и на следующей неделе обсудить, что будет с золотом дальше. Но мне почему-то кажется, что у золота есть небольшой должок перед нами. Это добить до психологической планки 2500. И мы эту цель можем сделать. Доллар-иена 157.36, цель 155 по-прежнему точно такая же, как и раньше. Из фундаментального фона хочу отметить довольно неплохие данные по экспорту японской экономики, который вырос 7-й месяц подряд. И в целом можно сказать, что поскольку экспорт является довольно весомой статьей для общего показателя ВВП, может быть зафиксировано какое-то оздоровление экономики в ближайшие периоды. Национальный индекс потребительских цен 2,8% в годовом выражении в соответствии с оценкой месячной давности. А вот базовая инфляция подросла с 2,5% до 2,6%. Достаточно ли это для того, чтобы Банк Японии продолжил ужесточать политику, повышать ставку? Я не уверен. Но все-таки до июльского заседания Банк Японии осталось совсем чуть-чуть, и я надеюсь, то, что этот блок фундаментальных отчетов позволит им несколько перестроить свою риторику и отказаться от мягких комментариев. Потому что нужно поддерживать японскую иену, далеко на одних лишь интервентных вмешательствах вряд ли возможно уйти. Целевой ориентир назван за идею дальнейшего укрепления позиции японской иены. Если у вас отличная точка зрения, то, друзья, обязательно пишите в комментариях. Я думаю, то, что многим будет интересно с ней ознакомиться. Британская валюта 1.2940. Среди факторов, которые мы ранее обозначили как тот фон, который будет поддерживать фунт, это данные по инфляции, сам факт подтвержденной устойчивости этого показателя – изменил позиционирование рынка относительно сроков снижения ключевой процентной ставки. Сейчас даже снижение в августе не такой уж и очевидный сценарий. Данные по рынку труда, которые вышли вчера, уровень безработицы 4,4%, при этом занятость выросла на 19 тысяч, очень сильно контрастирует с показателем двухмесячной давности, когда был зафиксирован спад на 140 тысяч. Также Международный валютный фонд считает то, что английская экономика станет самой быстро растущей в рамках этого года и прогнозирует рост на 1,5% среди европейских стран. Например, та же самая Франция и Германия вряд ли смогут претендовать на рост даже в 1,2 или 1,3%. Я оптимист в отношении британской валюты. Если сегодня будут сюрпризы в хорошем плане от данных по рыночным продажам, то, соответственно, фунт снова может нацелиться на движение в районе отметки 1,30. Евро против доллара 1,0880. Ставки Европейского центрального банка без изменений. И, честно говоря, на пресс-конференции Лагард тоже ничего интересного не сказал. Отсюда и не самая интересная динамика. То, что инфляционные риски все еще сохраняются, особенно беспокоит в этом плане сфера услуг. Но прогноз, консенсус, прогноз двух снижений ключевой процентной ставки в сентябре и декабре, он остается актуальным. Пока, друзья, не советую открывать новых позиций по европейской валюте. Лучше поработать с другими активами и с индексом доллара и посмотреть затем, как будет дальше держаться сопротивление 1.10. Если мы поймем то, что трейдеры готовы уже вести европейскую валюту все ниже и ниже, но тогда подключим еще какие-нибудь технические паттерны и найдем интересную точку входа. Но если вы помните, моя точка зрения всегда предполагала то, что евро нужно шортить на долгосрок и выше отметки 1.10. Фундаментально вообще нет оснований, чтобы этот актив прошел. Доллар канадец 1.37. Рыночные продажи, опять же, сегодня в центре внимания в 12.30 по GMT. И ожидается снижение показателя на 0,6%. Снижение рыночных продаж, снижение потребительской активности – это еще доказательство того, что инфляционное давление ослабевает. Буквально вчера мы говорили о том, что инфляция в прошлом месяце снизилась с 2,9% до 2,7%. И, на мой взгляд, это точно железобетонное основание, особенно в случае снижения данных по рыночным продажам, для того, чтобы Банк Канады пошел на смягчение экономической политики в этом месяце. Пара уже растет, наши целевые ожидания прежние – 1,38 и потенциально даже выше. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока!